Станция Киево-Волынский. Интересный такой вагончик стоит, состав с вагончиком. Так, приписанный Авдеевка. Построен 19.04.18 года. Мединвест. Мариуполь. Ну и чё? Нормально. Работать можно. Следующий. Волноваха. Лемтранс. Тут же ж вот такие списанные. Т-15 год. Должны были списаться. В составе и буксы. Сбудованный 84-й, тоже списанный. ДВРЗ. Также 84-й списанный и тоже ДВРЗ. Наверное, пойдут на этот, на ремонт. А тут ведь терминовано до 84-го года. И терминовано до 15-го. Но тут буксы есть, на предыдущем нету букс. Точнее, они без колпаков. 84-й год тоже. Буксы сняты. Дальше. Сбудованный, списанный, сбудованный в 90-м году.